Тестируем браслет со светодиодами. Переключаем режим и включаем. Стробоскопический эффект. Включаем дальше свет. Преимущественно синий. Тот же самый эффект, просто более медленно реализуется. Дальше. Плавное переключение, переход с одного цвета на другой. Соответственно, тут все комбинации, по сути, перебираются. Переходим на тестирование на улице, на одежде. Для тестирования светодиодного браслета я отошел на 10 метров, 20 метров и 40 метров. 40 метров я считаю самая максимальная дальность, при которой его эффективность хоть сколько-либо сказывается. Дальше уже не видно. Светодиодный браслет питается от двух элементов, типа размера таблетки 2032. Один светодиод стоит, который перебирает цвета, и световод. Световод можно немножко доработать, но необходимости я в этом конкретно не вижу. Один браслет как таковой — это мало. В критических случаях необходимо все-таки использовать светоотражающие полоски или светоотражающие жилеты. На этом все.